В Западной Грузии горит лесной массив. С раннего утра в селе Зикари ведутся масштабные работы по тушению огня. В них задействовано свыше 200 спасателей. На месте мобилизированы десятки единиц спецтехники. Уже сгорело свыше 5 гектаров нижнего покрова смешанного леса. Пожарные делают все возможное, чтобы огонь не распространился в населенные пункты. МВД завело уголовное дело. Виновникам за неосторожное обращение с огнем грозит до 5 лет тюремного заключения. Ситуация в ущелье Зикари под контролем. Территория возгорания не увеличилась. На месте мобилизовано 200 пожарных спасателей и сотрудники лесного департамента, чтобы в кратчайшие сроки локализовать возгорание. Ситуация на данный момент стабильная.